Владельцев гаражей, установленных незаконно, убедительно просят оставлять на своих строениях контакты для оперативной связи. В Магадане продолжается плановый снос и вывоз некапитальных зданий. Специалисты уже ликвидировали более 30 гаражей. В планах продолжить работу по всему городу. На данный момент у нас идет активная работа по улице Октябрьская, 20, улица Октябрьская, 10, улица Приморская, 7, корпус 2, улица Колымская, 12, корпус 1. Огромная просьба тем, кто видит объявление, хотя бы размещать свой номер телефона на строениях. Это облегчит нам работу и дальнейшую жизнь. На данный момент на участках задействовано 7 единиц техники. Работы по сносу незаконных построек будут продолжаться до полной их ликвидации. Затем расчищенные территории планируется благоустроить.